Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.Info. Перед нами Samsung Galaxy M23, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве найти пропавшие игры. То бишь, если у вас все игры пропали с телефона, хотя вы заходите в Play Market, а игры там все еще есть, это значит, что они переместились в приложение, которое называется Game Launcher. Как же из этого Game Launcher вернуть все игры на рабочий стол? Для этого мы заходим в наше приложение Game Launcher, нажимаем справа снизу на три палочки, и в Game Launcher нажимаем настройки. Дальше выбираем отображение игровых приложений и нажимаем на первый пункт. В Game Launcher на главном экране и экране приложений. Вот и все. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.